И всем привет, с вами Джим Рейнер и спецназ, и мы проходим какой-то мод. Ну, Здравствуй. Да. Ну, походу, это бои под Сталинградом, если не ошибаюсь. Только не висни. Я знаю, что там ролик у меня будет подвисать, я это немного ушел. У меня падение FPS пошло. У меня сейчас 13 FPS, 11. У меня 3. Сейчас? Да. Теперь 33. Как интересно. У меня сейчас до 8 упало и вернулось. Нормально, у меня FPS 60. Ну не знаю, у меня не глючит при 13. У меня при трех глючит. Вообще на разных компактах стабильное количество FPS по-разному. Может это из-за того, что у тебя семерка, у меня XP. У меня 7 максималка. У меня сейчас вообще 1 FPS был. У меня вообще в тот момент, когда темный экран был, вообще 0 было. Ну что, у тебя сейчас не темный экран, все норм? Нет, нет. Тебе же загружаться-то не надо. Вот у тебя и норм FPS. У меня сейчас 2 FPS 1. У меня сейчас кошерка идет. Все, текстуры. Падаем. И у тебя падение производительности. Я знаю. Я вот думаю, мне видео не оборвало. Просто у меня на некоторое время. Ладно. Лагать теперь идет падение. Да, у меня лагает. Тут много и у меня лаги идут. Все, туман прошел, не лагает. Ну тут уже графика чуть-чуть приближенная к штурму второму. А где штурм второй? Это первый штурм. О. Пошел и лаги пошли. Раз. У меня один фу. Теперь был поделен производительностью 15. Да. Сосед дятел. Надеюсь, на камеру это не слышно. Ты слышал, как стучат? Нет. Нет? Фух, хорошо. Не, ну это еще хорошо. Иногда он берется за дрель. Не, ну соседи бывают двух вариантов. Либо строители, либо музыканты. Слушай, хорошо. Я в воздухе нахожусь. Да, я сейчас камеру прикручу, чтобы поближе быть. О, все, туман пропал вроде бы. Не, не пропал. О, нужно сильно близко приблизить, чтобы тумана не было. Я вас приблизил. А, лаги. Все, побежали, короче. Все, побежали. Так, кто у меня? У меня есть снайпер. Походу, 2 снайпера. Не понял. Сейчас погоди. Винтовщик. А, это винтовщики, это не снайперы. 2 винтовщика и 2 автоматчика, ну капец. Assault Topper, нет. Flame Topper. МГ. Ну да, у тебя огнеметчик, ну, МГшник. Винтовщик. О, ну вообще какая-то палка. Это огнемет. А, огнеметчик и пулеметчик. Ну, достань всем оружие. Достань всем оружие. Они сказали, от десант мига. Вообще так. Я, да. Короче, я под личным управлением в РМПП играю. Так, убрали оружие, достали оружие, пошлите. Так. Да у меня огнеметчик стоит. Бля. Ох, ни хрена! Ты бы видел, какая тут реалистичность пули. Штурки хорошие, значит. Так, я огнеметчик оставляю, он чуть не движется со всем отрядом. Ладно. Слушай, так передай его мне. Так, где он? А, вот огнеметчик. Мне бегает. Хотя бы пятеро пусть будет, у меня будет трое.
Ага. Опа-опа. Или мы там, три и два человечка, что в моем третье было. Ага. Ими легко управлять. Возьми МГшника и ползи ко мне. МГшника? Ок. Тебе нет, я пробежусь, пожалуй. О, уже поливают. Хэдшот. Хэдшот, бич. Бля, так орут скоты. Не, не попадаю, там говно. Так, где еще скоты засели? Туда тоже не попаду. Туда, походу, не достану. Я к тебе бегу. А, не, попал даже. Тише. Нет, какая тварь. Кстати, тут пулеметы, ну, тут теперь, тут оружие теперь стреляет, как танковые стволы, ну, по дальности. Я передислоцируюсь. Передислокация? Угу. Немножко, полразика совсем. Это будет на твое место. Сейчас гранату кидану. А-а-а! Граната, граната! Труп. Труп, труп. Я перезаряжаюсь. Они, походу, убегают. Там один убегает. Да, молок. Так, всех передвинем. О, опять ролик. Сейчас опять глючить будет. Да, я реально. Не, у меня на этом туман не глючит. А ты выруби туман у тебя? Нет, тогда текстуры совсем дерьмовые. Там просто тогда дальность уменьшается, очень маленькая дальность. А, вся жопа. Ну, я вижу очень близко, там дальше туман начинается. Жалко, что эти ролики пропустить нельзя. А, не, можно. Или нет? Я пропустил? Хрен знает. А, да, мне же трое. Все. Побежали. Стоп, а что? Оружие вытащил мое. У всех. Оружие вытащил у всех. Тихо-тихо. Что в этой машине интересно? А, ремкомплект и канистра. А, мои два мешка с песком могут поставить. Что тут значит делать? По идее, туда идти. О, да я пока этих обыщу, возьму у них патроны такое. Я винтовку выкину. О, коктейль молотого возьму. Мародёр хрена. Не, я лучше ножичек возьму и бинты. Ёб твою. Так, вот тут миномёты сделали очень жесткими. С одного удара, что ли, выносит? Они на мясо долбят. Значит, дома на удар выносит. Эх, мне бы сейчас МГшник не помешал, ну ладно. Давай, подходи, мне нужен МГшник в товариществе. Огонь, для моих нужны патроны, еще патроны возьму. Ты МГшника бери, остальные нахрен надо. Ок, сейчас. Так, у них сколько? Герой МГшника. У них один миномет. Странно. Когда я играл, тут было два миномета. Вот этих пусть в здании сейчас отнесу, а МГшник, они тут не... Я, короче, сюда замыкался, миномет мне четырех вздолбил одним выстрелом. Они еще меткие стали очень. Сука. Потому нужно будет... МГшники не берем. Все, побежал. Ты есть уже, а? Ну, вот он у тебя. Да все, я уже взял. Ну так бери патрон, и тащи. Патрон ищу. Все, бегу. Ты патрон перезаряжай. Чё, какого хрена у тебя был МГшник? Тебе что, впадло было сразу его послать? Все, я бегу. Я тут тебя, блин, жду. Все, вот ко мне добегаешь и ползком. Ко мне добеги, идиот. Иди гуляй, а. А хрена ты тупишь? Все. И поползли сюда куда-то. Там замыкаемся. Сука, они не все так палят сильно. Там один миномет. Да, один. Сейчас доберемся до той позиции, я попробую его вырубить. Водой ползет, как он еще не задохнулся.
Да и тем более по ледяной. Так, я тут за камешком. Все, миномет вырублен. Тебе хоть что-то поставили? Все, я за камешком. Теперь все. Я пойду по отличному управлению и пошел. Так, я за вот этим камешком замыкаюсь. А, суки, твари! Я тебе не советую, не советую. Вот говно. А ты хрена не стреляешь. Такое чувство, что я один должен стрелять. Ой, эти теперь стреляют, тут молодцы. Да стреляй очередью. Идиот, ты в камень стреляешь. Слушай, когда тебе хэдшот поставили, такое чувство было, звук, как будто бы ты блеванул. Да, когда тебе хэдшот ставят, такой звук, как будто бы ты блюешь. Вот идиот. Тебя сейчас убьют, нахер ты лекаешься. Ложись! Так он лекается в сидя. А, блюет, блин. Да, звук как блюет. Вот как надо их убивать. Я убил. Так, там еще один за камушком. Там их армада. Да ты чё? Ты в камень долбишь, ты в курсе? Это тебе никакой пользы. Чё, иди ты? Я давно не играл, потому что. Я тоже! Я неделю уезжал, на неделю целую. Целую неделю не играл. Ты мне тут лялякаешь. Да ты чё? Так, все за камешком. Вот так нужно решать их. Хоть одного убью. Я ни одного, а там несколько убью. В том-то и прикол, что несколько. А я целую пачку нарезал. А теперь Олег. Опять ролик. Да, опять ролик. Это даже не половина миссии, чувак. Ну тут правда миссия только одна. Так, пропустить это нельзя, да? Ну да. Да, кстати, тут текстурку одежды им переделали. Ну, под зимний вариант. Теряли. Насрать. Их осталось семеро. Ну да. Из-за безответственности Санька. Иди нафиг. Шо, ты там почти никого не убил. Да, почти. А вот сейчас будет мясо, да? Угу. Хоть бы, блин, сейчас никто... Я лучше буду видеоролик пускать. Хоть бы никто сейчас не позвонил в скайп. Будет печально. Беги, Форест, беги. Ой, блин, извиняйте. Будь здоров. Спасибо. Беги, чувак, беги. Ой, ты еще одного чувака дали? Ну, этот чувак... Нет, не мой чувак, это не мой. О, смотри. Там танки. Блин, там в танке уже союзник, вот говно. А от БТР и пушка ничья еще. Это ручной пулемет. А не, миномет, оказывается. Так какой миномет? Это пушка. А, да. Пофигу. Чудо-бай. Я одного оставил. Вообще-то это твой. Это твой. Мой. Это твой, он зеленый мне. Слушай. Я не могу его взять. Я. Слушай, у нас походу проблема. Пока мы его не возьмем, нельзя будет.
давай его застрелим. Ну это же офицер, у нас потом не будет ни хера. Так, я возьму одного и вернусь. Не, одного я сказал, одного. А стоп, а чё я парюсь? 5 тек мне там зовут. Угу. Странный, конечно, ХТРчик. Ну да ладно. Не, ну когда один проходишь, по идее, он берется. А тут он хрен знает чей. Интересно, что будет, если его сбить? Так, а нож. Где тут? Ну да, этот. Этот его. А этот чей? А этот не чей. Это нехорошо. Эй, чувак! В окна! Блин, не хочется как-то самое мясо пропустить. О, чувак, стой! Вот хрен. Ладно, я его сейчас оглушу. И что мы теперь делать будем? Я не знаю. Его не убить? Нихера, тут граната долбит. Что за нах? Ты что было? Ты его взять можешь? И я не могу. Так, ну и что это? Какую-то хрень взял? Не пойми, что. Что это? Не навряю, что это? А, это пояс. Вот хрен. Хрен обдолбанный. Получай. Стой, тварь, стой. Бля. Слушай, его нужно как-то надольше вырубить. Точно, может его минометом пришибать? Так, вот миномет. И еще. Пойди. У меня все синенькими отмечено. У меня он отмечен оранжевым. Сука, один человек не может передвигать миномет, вот дерьмо. Печально. Ты что там делаешь? Лутаю. Как? Мне бы как-то молоту найти. Для этого члена. Можешь, чего хочешь? Да. Это когда? Нет. Ну это же русские. Где коктейльки? А вот коктейль мой тут. Ой, ножик. Это твой? Да, это твой. Да, это мой бегает. Угу. Получи. Я их полутаю. Ты что, не дохнешь? Все? Бля. Миссию провалили. Что ж делать? Без этого хрена мы не пройдем. Походу в кооперативе эту миссию нельзя проходить. Сейчас затемнение идет экрана. Угу. Ну охереть. Давай еще раз начнем. Да ты че? Я там что-то подорвал. Мы никого не видим. Да, темный экран просто. Ну что ж. Вот такой вот мод. Да. В одиночестве, конечно, было. Ну что сказать. Тут добавили реалистичности немало. Не, ну в одиночной игре этот чувак под управлением. Поэтому в одиночной игре там дальше можно. Так, ну. Да и тем более в сетевой с одного раза не пройти. Это никак невозможно. Ну что ж. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и всем пока.